Друзья, всем привет! Я приехала на Food City, так как есть что показать. И, друзья, есть большие скидки на цимбидиумы в Горкунове. Сейчас я в Фантазии, и сейчас я вам покажу, какие пришли орхидеи. И вместе с вами посмотрим. Может быть, что-нибудь интересное найдем. Я сейчас возьму парочку в конце и посмотрим на них цены, сколько стоят. Вот этот интересный, видите, у него такой заворот у лепесточков, но только у одного цветоноса. Красненький, кирпичного цвета. Так, многие из вас спрашивают название. Вы думаете, я все названия знаю? Нет. Нет, к сожалению. Так, вот здесь мультифлоры в 9-м горшке. Я просто не хотела снимать, да, уже же было видео с Food City. Но, друзья, я не могу упустить такой момент. И цимбидиумы по 300 рублей, а цветашки в прекрасном состоянии, как бы... И Фантазию завезли, видите? Ну, круто же, круто, молодцы. Вот такой небольшой диаметр цветочка у биглипа, но ну, сантиметров 5. Но смотрится эффектно. Так, друзья, еще. Я вас очень прошу, те, которые вам нужны, не обязательно орхидеи, но и садовые. Вот он, красавец, красавец. Подскажите название. Забыла. Но он красного цвета. Красавчик. Так, почему не ловится? Вот так вот. На самом деле он ярче. Ну и корни хорошие, зелененькие. И стволик жирненький. Так, мы потом посмотрим цены. Что? Матвей у меня сзади. С Сашей пойдешь? Куда? А, пойдешь к Саше? Иди осторожно только. Так. О, еще клевия. Тоже хочу клевию. Была же. Долго жила у меня. Хороший, благодарный цветочек. Так, что еще? Так, а что, больше нет? Вот какие интересные. Как называется? Анигозантус. Розочки. Мы сейчас пойдем... Ой, какая бегония. Желтая, пышная. Мы сейчас с вами пойдем в Горкунов, и я их раскручу на скидке. Не только, там же много роз садовых. Попробую раскрутить. И вот кому надо, девчоночки из Москвы, Надирочка, тебе, то попробую, скажу тебе, сколько будут цены. Не молчите, говорите. Не только орхидеи буду показывать и цены. А с горкуновыми попробую договориться. Ой, тилансии, слушайте. Мне нужна тилансия. У меня, наверное, такая есть. На пальцы мои не смотрите, стерла. Тилансия. Так, возьмем. Ага, возьмем. А тут у них нет. А, вот здесь можно. Но цены все равно нет. Они все одинаковые. Ладно, потом я выберу малышечку. Мне нужна. Вон какие шикарные антуриумы, друзья. Они гиганты. Мужское счастье. Женское счастье. Так. Что еще? Будут довозить. Food City я буду снимать. Ну, стараться, если у меня будет время, потому что я взяла, друзья, павильон на Food City. Ну, на 8 марта. Тоже покажу свой цветок, который завезу. Но это вот только на 10 дней. Сейчас мне везут вон шикарные женские счастья. Красота.
Так, посмотрим цены. Азалии шикарные. Посмотрим цены на цветок. Так, тут один цветан, да, одинаковый. Но мультифлору я брать не буду, ладно? Так. Ржечные растения. Посмотрим. Опа. Так, значит, фаленопсис одноствольный. В опте 765, в розницу 956. Очень красиво. Как его зовут? Дай бог в памяти. Так. Ну вот так вот. 956. Пускай его видят. Вот неудобно на самом деле брать цветок и ехать сканировать. Неудобно. Все, идем в Горкунов за скидками. Друзья, добралась я до Горкунова. И сейчас вам покажу. Значит, еще такие курки для тюльпанов есть мини. Сейчас смотрим, распустятся или нет. Прикольно, красивые. Да, спасибо. Смотрите, друзья, значит, есть розы. Розы. От 100 рублей до 200 рублей. Ну, это уже уценка. От 100 до 200. Так-то они нормальные. Вот Надирочка, для тебя, зайчик. Я не знаю, такие ты сажаешь, нет, но для тебя снимаю. Без обид, друзья. Для всех снимаю. Но Надира написала. От 100 до 200 рублей. Розочки. А, ну без пакета. Ну вот так вот это выглядит. Сейчас. Вот, и потом их будет много, друзья. Кому нужны вот такие цветы, ну, сажать у Горкунова. Смотрите, получается, фаленопсисы вот такие вот. Вот такие вот. 100 рублей уже отцвевшие. Так, ух, какой красавец. Смотрите, двойной. Двойная мордашечка. Видите? Ну, не все. Ну, вот такой 200 рублей будет. Они просто отцветают, поэтому от 100 до 200. Но на них цветочки есть, можно... Но вот эти будут подороже, которые вот свежая партия. Но самое-самое интересное, друзья, вот здесь вот... Это еще не самое интересное. Вот здесь вот от 100 до 200 цветочки. Но самое интересное, это, друзья, цимбидиумы. Помните, недавно я показывала цветущие, вот они стоят, цветущие. А вот эти вот отцвели. Тогда они 1500 стоили, сейчас вот эти вот цветущие 1300, а отцвевшие 300 рублей, друзья. И они в очень хорошем состоянии, да, у них, кто любит, я, наверное, себе приобрету, да. Короче, кто любит цимбидиумы, шикарные бульбы, растущие, молодые листья, но за 300 рублей такой цимбидиум даже 5 лет назад нельзя было купить. Я помню, брала 600 рублей, что ли, вот здесь, на Фуксити. Так что и они все-все действительно хорошие. Ну да, мы не знаем, какая расцветка. Но за 300 рублей и счастье будет, и можно ждать, да, как бы, когда зацветет. Вон какие кусты. Так что, друзья, поэтому я не удержалась и сняла
ролик. Сейчас еще покажу, какие мне должны привезти цветы. Возьму, наверное, один. Вот этот. Ну, это будет третий цимбидиум у меня в коллекции. Два есть, но два в больших, длинных таких горшочках. А вот эти вот. Но они все красивые здесь. Да не бывает некрасивых. Так что вот так вот. И будут, мне будут привозить цветок. Я сейчас только маленькую партию вам покажу своего цветка. Ну, а цимбидиум, друзья, 300 рублей. Это Food City. Так что вот так. Друзья, вот мои цветочки, которые привезли мне к 8 марта на продажу. Завтра уже буду распаковывать. Котики пришли достаточно пышные, с бутонами. Потом пришли вот такие вот. Но, друзья, я, конечно, потом сниму. Это первый завоз, будет намного больше. Вот красавец мужчина. Смотрите. Огромный диаметр цветка. А, камбрии. Разные расцветки камбрии. Вот здесь вот какая красивая. Вот это вот прям тигруля. Потом покажу, только-только привезли дендробиумы. Фаленопсис. Вот еще один котик. Ну, вот так вот, друзья. Сейчас я вам покажу. Ну, а завтра думаю, что я буду выставлять уже, наверное. Все, друзья. Хочу посмотреть кота. Ну, вот корни. Ну, у меня есть... Сколько у меня? Было 4, осталось 3. Ну, я себе... Вот такие вот. Потом... У меня, знаете что? У меня с головой беда. Я вам серьезно говорю, я забываю все. Чармер. У меня, правда, ку-ку. И чем старше я становлюсь, то тем я все забываю. Скоро забуду, как меня зовут. Ну все, друзья. Будет что-то интересненькое, обязательно покажу. Люблю вас. Это был 11-й влог, если я не ошибаюсь. До встречи завтра. Пока-пока.